Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Unkillied. О, сундучок у нас тут подоспел как раз. Давайте-ка посмотрим, какие нам карточки здесь достанутся. И это три синие. Так, Родион редкая и два Томагавка, тоже редкие. Ну что же, ближний бой нам всегда нужен. У меня нет хорошего оружия, так что я не против этих Томагавков. Забираем здесь награду. Деньги, опыт, замечательно. И сразу же отправим следующую команду свою вот сюда и вот сюда, пожалуй. Ну что, вроде бы как здесь разобрались. Подрывник. Подорвите врага в любой миссии. Ну, это все понятно, нам это пока не нужно. Мы переходим с вами к основной сюжетной линии. Нам нужно допройти. Скоро, кстати, мы, наверное, пройдем с вами эту игру. Да. Низкая мощность, я помню это, ребят. Поэтому будем с вами делать немножко хитрее. Покупаем полную обойму ракет. Сколько у меня денег? 208 золотых. Ничего я не могу улучшить, к сожалению. Взять тоже нового оружия не могу. У меня его просто-напросто нету. Но есть у нас еще с вами адреналин. Так что давайте возьмем. Сколько у нас получится? Ах, здесь не хватает. Придется тогда взять по одной штучке. Одна есть. Давайте-ка еще одну возьмем. В общей сложности у нас получится 4 адреналина. В принципе, это неплохо. Думаю, что мы справимся с вами. Ну что же, поехали. Будем смотреть, что у нас здесь такое. По-моему, если не ошибаюсь, я должен сейчас прикрывать с пулемета. Да, впереди сопротивление, будьте начеку. Да-да-да, именно вот здесь я в прошлый раз затормозил, ребят. Так что давайте. Черт, как же я рад тебя видеть, дружище. Я тоже рад. Так что, ребятушки, держитесь там у меня. Нам нужно полторы минуты подержаться. Ну что, я думаю, что должны справиться. У меня 5 ракет, 4 адреналина. Вон, первый босс уже идет. Сейчас, ребята, мы его будем с вами ракетами бомбить. Ну что, запускаем? Вперед, как говорится, из песни. Ага. Ну, сейчас добьем, наверное, вот так вот его. Да хорош там уже валить моего чувачка, успокойся. Да ё-моё, какая-то перезарядка еще не вовремя. Так-так-так-так, ребятушки. Но, в принципе, с первой волной мы с вами справились. Не забываем, что сейчас еще пойдет мясник. Ближе к концу времени у нас. Нам нужно будет его тоже заколбасить. Я практически не спускаю курок со своего пулемета. Потому что это невозможно. Иначе они просто быстренько добегут и раскромсают моих ребят. Вон он, мясник вышел. Так, ребята, приготовились. У меня 4 ракеты. Сейчас будем колбасить. О, там у нас, смотрите, бегун. 30 из 30, это хорошо. Ну что же, наверное, пора, ребят, запускать. Оу, маловато. Вот так в самый раз. Фух, ну, в принципе, я на это и рассчитывал. Другого варианта здесь не было на победу. Так что, ребятушки, давайте потихоньку уже будем приземляться на землю. И я надеюсь, у нас все хорошо. Так, здоровье, конечно, не полное. И бойни мы еще с вами не все сделали. Да, но зато прошли мы этот уровень. Ребята там мне машут, довольные. В общем, все у нас хорошо. Я не знаю, что нас ожидает дальше. Но, думаю, будет очень и очень жестко. Смотрите-ка, первое все-таки задание я успел сделать, да? Подкрепился он. Что ж, не зря мы с вами все-таки изучали вот эти вот скиллы, чтобы мои ребята восстанавливали со временем здоровье. И это нам пригодилось. Сколько нам денег дадут? Ну, 4,5. Давайте видосик тогда глянем еще. Ну и где же моя двойная награда? А, все нормально, ребят, все нормально. Отлично, 2 звезды. Получаем с вами еще опыт, 3000. Оу, я сейчас должен ранг поднять себе. 24-й. Ну что же, поздравляю нас. Отлично, сейчас еще почитаем с вами здесь наверху. Ага, новый миньон закончен, бегун. Открыть бестиарий. Так, что мы можем сделать? Очки исследования. 2 очка, 300 баксов, 10 очков, 1500 долларов.
Ну, давайте как-то так сделаем с вами. Скорость бега. Нам нужно, по ходу дела, 20 минут подождать, чтобы накопилось 10 очков. Если я правильно понимаю. А пока мы ничего сделать не можем. Ну что же, давайте читать. Как я рад видеть тебя, пулемет. Почему мы не используем пулеметы постоянно? Серьезно, кто-то должен придумать бесконечные патроны, чтобы мы могли стрелять без остановки часами и за минуты убивать целые орды ходоков. Я, кстати, с этим согласен полностью. Ну что, 107-я миссия на кону, ребята. Переключаться. Блин, томагавки эти слабенькие. Ага, давайте-ка мы, наверное, с вами вот это улучшим. Да, 40 тысяч тратим. Но голды, к сожалению, у меня нет на быстрое завершение, поэтому придется подождать. Выбор невелик. Ну а пока начинаем с вами. Что тут у нас? Убить 20 зомби холодным оружием? Нет, ребят, не получится, потому что томагавки у меня слишком слабые. Ох, ну спасибо за музыкальную тему. А из 70-х ничего нет? Да откуда здесь тема 70-х? Сюда, ребята, давайте. Хорошо, бежим, но, по-моему, здесь у нас тупик. Ха, прибежали тоже на свою голову. Осторожно, Рэй, зомби приближаются. Так, где же зомбари? Вон они. Лезут, как всегда, как тараканы с разных щелей. Ну что, винтовка вроде бы у меня пока шмаляет неплохо. Думаю, что эту миссию мы пройдем. Так, босяра где-то идет, и это у нас мясник. И да, придется, ребятушки, потратиться на него ракетами. Я другого варианта не вижу. Ну что же, пора запускать. Так, адреналинчик может быть еще. Ага. Гад, он прикрывается. Все, готов. Ну что же, довольно неплохо. Надо подобрать вот этот весь хлам. Миноносец, 5 из 20. Ладно, продолжаем чистку. Так, подождите, ребят, вот этот, кстати, надо тоже подобрать. Ремингтон, 870. 13 карточек из 16. Еще бы 3, и будет у нас с вами дробовик. Так, тихонько-тихонько. Окружают гады. Откуда же вы? Оу, нифига, прям перед носом. Иди отсюда, урод. Ты меня нервируешь. Особенно, когда стоишь рядом. Хорошо, ребята меня прикрывают. Хоть какой-то от этого есть толк. Давай-давай-давай-давай, подходи. Так, что ты тут ручки-то свои распростер, а? Так, 14 секунд осталось. Ну, в принципе, мы здесь с вами пройдем. К бабке не ходи, как говорится. Все, и ты иди отсюда. Так, вот здесь мы подберем. Куда ты приближаешься? Не трогать меня. Так, открыли мы заслоночку. Видимо, в следующей миссии мы куда-то с вами отправимся. Ну, а пока у нас успех. Одно задание я все-таки не успел сделать, но это лишь из-за того, что у меня нету оружия ближнего боя, причем прокачанного и хорошего. Только лишь по этой вине, так бы я их с удовольствием бы здесь покромсал бы какой-нибудь дубиной. Ну что же, а мы продолжаем. Кстати, у нас чертеж Ремингтона. Оу, легендарный сундук. А, нет, эпичный, эпичный, ребята, ошибся. Ну да ничего, тоже хорошо. Так, я не понял, сундук мне дадут? Ага, вот. И что же нам выпадает отсюда? Так, зеленая карточка — это нуклон. Обычная — это рукопашник. И редкое золото — 50. Ну, в принципе, неплохо. 108-я миссия у нас. Ух. Так, о. Ну-ка, что здесь нам выпадет? 130 голды. Тоже довольно хорошо. Так, мы можем улучшить своего героя. Обязательно будем это делать. Так, один балл у нас доступен, надо его потратить. Так, может быть, на опыт? Или же... Да, давайте опыт себе улучшим. Опытный зомбивет. Как бы и все. Ну что же, погнали далее. Сюжеточка нас ждет. Уже жаждет, когда мы ее пройдем. О, не-не-не, так дело не пойдет, ребята. Мне не нравится ТР-8. Давайте-ка поставим свой М-16. Опять же, мы пролетим с вами с заданием, но, по крайней мере, пройдем миссию. А так можем встрять, причем по полной программе. Да, ну что? Так, я не понял, взято. Ага, все.
Сделать больше мы ничего не сможем, так что погнали. Завершить не меньше, чем со 115 здоровья. Солнце встает, выдвигаемся. Мы обнаружили тайную полевую лабораторию. Лабораторию? Чья и что там преследует? Надеюсь, ксенонов там нет? Ребята, зарубимся позже в Шадовган. О чем ты говоришь, а? Скай, какой Шадовган в данный момент? Не отставай от сопротивления, Рэй. Да я и так вон за ними бегу по пятам. Можно и так сказать. Ну что тут опять эти олухи жрут? Ты теперь один из нас, как в банде. Это точно. Иссайд, йоу. Подожди, ребята, рано пока радоваться. Иссайд там всякие. Давайте-ка вначале мы вот здесь вот зачистку сделаем. 29 зомбарей нам нужно уничтожить. В принципе, задание легкое. Главное, чтобы не окружали с разных сторон. Получил в репу. Так, погоди, погоди, погоди. Босс выходит. И кто же это у нас? Я пока не вижу его. Но зомбари действительно прут со всех щелей. И хотят нас окружить. Это очень плохо. О, шири. Так, ракеты. Все, ребята, ракеты-то закончились. Ну, этого хватило. Блин, Ремингтон. Еще одна карточка у нас. Нужно две где-то надыбать. Но даже если мы с вами и получим, предположим, дробовик, нам его еще улучшать. Для этого нужно очень много денег. Так что пока это не вариант. Ну что, 7 зомбарей осталось. Они тут как раз все подходят к нам. Сейчас мы их тут и зачикаем. Так, 4, 3, 2 и, наверное, вот эти вот последние. Так, куда вы прете? Оу! Моего бойца там трогают, обижают, так скажем. Главное, что прошли. И у нас будет 2 звезды. Первую я, конечно, не выполнил задание. Ну да и фиг с ним. Сейчас уже главное пройти, а не деньги. Так, опыт. Угу, бабло. Поехали, ребята. Сейчас мы получим с вами голдишку. Сколько нам дадут? Опять же, скудную тридцаточку. И 109-я миссия. Оу, опять будем что-то с вами здесь собирать. Ракеты? Да, ракеты нужно купить. Чего? Какие, блин, бонусы? Хватит. Мощная армия приносит вам больше золота с поверженных врагов. А, это они мне про зомбарей. Кстати, да, у нас бегун же с вами появился. Так, очки исследования. У нас 0. Или есть? Нет, нету ничего. Так, а у бегуна? У бегуна еще пока время идет. Мы, наверное, с вами ничего здесь пока сделать не сможем. А вот ракеточек нужно закупить. Потому что если нам встретится босс, то уже из своего оружия, как говорится, древней пукалки, мы его не сможем завалить. Только за счет ракет. Вот так вот потратимся. Ну что же, пойдемте надирать задницу. Ну и заодно будем собирать. Попробуем отремонтировать грузовик, Рэй. Можешь поискать тут детали? Понятно, 28 деталей нам нужно для грузовика. Будем надеяться, что задание не такое уж и сложное. Воу! Как близко! Хорошо, пока неплохо мы собираем. Да что такое? Босс, ребята, босс! Нафиг давайте сваливать оттуда. Не хватало, чтобы мне еще там зажали. Надеюсь, здесь все, у нас нормуль. Опа, откуда ты тут взялся, эй? Бомбардир. А, в принципе, мы его и так разобрали. Неплохо. Бомбардир и миноносец этот самые легкие из боссов. Ну, они потому что самые первые. 17 деталей еще нужно собрать. Уже 16. Сейчас, ребята, мы здесь их навыбиваем. Хотя, вон там, посмотрите, их очень много лежит. Везде разбросаны они по этой карте. Давайте-ка мы их быстренько пробежимся, соберем. С наведением, как всегда, у нас какие-то неполадки. Да ё-моё, куда ты перезаряжаешься? Как все вовремя ты делаешь, а? Давай-давай-давай, всех зачищаем здесь. Так, отлично. 8. Ну, в принципе, уже победа у нас в кармане. Вон там еще, кстати, смотрите, на стендике лежат. Можно будет сейчас это все дело подзабрать. И все.
4 детали. Главное, чтобы босса не было никакого. Неохота мне тратить ракеты, они и так дорогие. 50 голды стоит каждая ракеточка. А голдой, как знаете, нас тут не жалуют. Ну что, все? Успех? Отлично. Все пока идет хорошо. Мы с вами продвигаемся дальше. У нас будет 100... Какая? 10-я, по-моему, миссия. Одну звезду дали. Ой, как слабенько мы идем. Ну ладно, не будем переживать. Так, получаем на халяву с вами аптечку. Пригодится. И да, 110-я миссия у нас. О, вот такие вот я люблю задания. Пошмалять по зомбарям. Опять они, наверное, что-то будут сейчас мои чувачки здесь делать. Будем пробиваться в Бруклин, как настоящие воины. Давай починим машину. Все, я понял задание, ребята. У нас с вами... Оп! Блин, в дерево. Короче, пока ребят мои делают машину, я их должен прикрывать. Вот так, двойным сейчас. Замечательно. Иди отсюда, бабенка. Ать, двойной не получил. Воу, мясник, ты куда прешь? Так, надо его сносить как можно быстрее. Я не собираюсь, чтобы он сейчас тут... Да, готов. Блин, вот был бы у меня такой урон из обычного оружия. Мясника с трех пуль снести. Ну-ка. Черт подери, куда ты... Нет, все-таки саданул моего пацана, блин. Ладно, я надеюсь, что у него здоровье восстановится к концу задания-то. Как тут можно убить пятерых одним выстрелом? Ребят, если они идут в разнобойку, вот это меня нервирует. Они бы хотя бы вместе кучно как-то шли. Нет же. Ну вот смотрите, видите, приходится вот этого убивать. Нереально, по-моему, здесь это все сделать. Ладно, 2 секунды, и миссия пройдена. Хорошо. 2 звезды дадите или нет? Да, отлично. Успел все-таки мой боец восстановить себе здоровье, что меня очень радует. Ну, а у нас с вами 111-я миссия «Корячится». Да, 2 звезды, деньжата. И получаем карточку с опытом. Сколько? 3000. Да, до ранга еще пока не доросли. О, зато можем почитать. Возьми запчасть, любую часть. К счастью, в пригороде куда больше хороших машин, чем в центре, поэтому найти детали к сломанной машине сопротивления было несложно. И награда 15 000 долларов. Хо-хоу. Ух, ну что же, давайте, наверное, приступать. Пройдено 255 метров. Как это интересно, я должен тут бегать, что ли? Хм, в первый раз мне попадается миссия, что я должен где-то пробежать. Обожаю Нью-Йорк! Оу, вы посмотрите, у меня ребята на этом броневике, плюс они прикрывают ракетами меня. Хорошо. Хе-хе. Вот это красота, вот это я понимаю, помощь. Так, нужно мне вот эту штучку обязательно подобрать. М240G. Кроме как зимой. Давай к двери исследовательского центра. Понял, бегу. Я надеюсь, вы меня прикроете в этот момент. Куда мне нужно? Ага, вижу цель. Дверь вон там. Ух, хорошо прикрывают. Бомбят не по-детски. Где отсюда хламон? Слушайте, а здесь зачистка может пройти полностью? Или они будут бесконечно вылазить, а? Этот вопрос останется у нас загадкой. Так, дайте мне секунду, и я взломаю. На улице так холодно. Я не понимаю, какой холод, какая зима, ё-моё. У вас там вовсю лето. Минуту нам подождать. Хорошо, будем пока здесь всех крошить налево и направо. Босс, босяра. И это у нас, ага, шерифчик. Ладно. Для него у нас есть ракеты. Хотя нам, может быть, даже не придется тратить, если мои ребята мне помогут. Хорош пулять. Нет, ребят, по-моему, мне придется, наверное, свои ракеты сейчас тратить. Хотя нет, стреляют они там что-то. Но этого недостаточно. Все, как говорится, мои ракеты сильнее, чем их. Ну сколько, 30 секунд еще, ладно. Не понял. На-ка, выкуси, шериф. Их тут аж 2 штуки было.
Хотел сейчас огонек свой пульнуть, но не тут-то было. Ну, давай, давай, ребят. Ну, осталось тут совсем немножко. И причем эти гады лезут бесконечно. Поэтому зачистку здесь сделать полностью это бесполезно. Просто выжидаем время и, как говорится, сматываемся. Отличная работа. Двери открылись. И там у нас какой-то офис, что ли. Ну, по крайней мере, я вижу, там много компьютеров всяких стоит. Играйте каждый день, получайте бесплатный сундук ежедневно. Что мы, в принципе, с вами и делаем. Две звезды я получил. Бабулик накопил. У меня уже сколько? Ну, почти 40 тысяч. Да какой почти? У меня 43 тысячи. Карточка и обойма ракет. Вот это вот хорошо. 112-я миссия. Так, тут у нас какой-то мочилово сейчас будет. А, ё-моё, ну да, конечно же. Обязательно с применением холодного оружия. М16 у меня пока еще тянет. На 10 очков мы, конечно, проигрываем от рекомендованной мощности. Но я думаю, что ничего критичного в этом не будет. Бывали ситуации и похуже, и все-таки мы из них выбирались. Так что будем и здесь. Помоги скачать данные, Рэй. Скачать данные, говоришь? Загрузить данные с терминала. Так, подожди. То есть я должен, видимо, да, скорее всего, найти какой-то компьютер. 12 метров мне до него бежать. Сейчас попробуем. Кстати, прицельный огонь очень хорошая вещь. Вот смотрите, намного быстрее кромсаются зомбари. Но, честно говоря, что-то я не особо люблю этот режим, потому что я не вижу, что происходит с боков. Ну, а так, да, довольно неплохо. Воу-воу-воу, куда разогнались-то? Эй! Чинергезы! Давай, ложись, падай! Загрузить данные... А, я... Подожди, ребят, что-то я не понял. Где-то у меня пошла загрузка. И оборвалась. Так, сюда бесполезно. Тебе помогать тоже бесполезно. А, вот где. Взлом. Хорошо, давайте взломаем по-быренькому. И пора отсюда, наверное, сваливать. 55 зомбарей нужно нам убить, пока 20. Здесь ничего, попробуй другой терминал. Ну, началось, а. Ну, давайте, я жду. Где вылезут-то? Ага, хорошо, с этого проема. Ладно. Жаль, конечно, что я без прикрытия. Оу, ё-моё, а вот это плохо. Опять ничего, попробуй другой. Да ладно тебе, завязывают уже с своим другим терминалом. Тут смотри, что происходит. Зомбари со всех щелей прут. А ты там сидишь, блин, возле своего терминала до сих пор. Я уже два взломал, а ты все еще первый не можешь. О-хо-хо-хо-хошечки, посмотри-ка. Тут просто скопление их. Ну, я буду надеяться, что они все-таки здесь закончатся. Что ты с палкой идешь, а? Грибник. Так, ну здесь вроде бы как закончились они. Хорошо. Ладно, продолжаем зачистку. Сколько у меня? У меня две ракеты плюс один адреналин и три аптечки. Должно нам этого всего хватить, даже если выйдет какой-нибудь там босяра. Справимся. Плюс опять аптечку взяли. Но, оу, щет, нифига, вы прям перед носом у меня. Вылезли олухи. Ё-моё, не нравится, не нравится мне вот это вот все. Ай, получать начинаю. Причем довольно больно. Ну, все. Нет, не все. Блин, неужели бесконечно будут они лезть, а? Кстати, вон туда мне нужно добежать. Может быть, и рискнуть. Пробежим туда, встанем спиной и начнем отстреливаться. Как вариант, в принципе, да? Ну, понятно, короче. Бесконечно. Лезут эти упыри. Все, будем взламывать. Так, давай, взламывай, а не бубни мне здесь. Что-то мне подсказывает, что вот эти вот решетки должны будут подняться потом. Ну, я могу и ошибаться. По крайней мере, убито у меня 55 зомбарей. Хорошо. О, ну неужели? Слушайте, и для чего же мы все-таки вот это вот делали с вами? Взлом. А, данные загружали. Да-да-да, точно. Нам же нужны секретные данные по поводу там генерала этого. Так, продолжаем. Вау,
Золото, сколько нам дадут? 30. Ну, я так понял, что в этих вот, в синих просто 30 голды всегда дают. И у нас, о, можем улучшить. Я это буду с удовольствием делать. Да, нам приходится, конечно, тратить на это деньги, но оно того стоит. Так, ребят, я даже не знаю, что мне активировать. Давайте вот это, может быть, сделаем с вами, а? Я не знаю, правда, что это значит, шанс на VIP, что он не потратится. Драгунов. Так, винтовка у меня с каждой миссией все слабее и слабее становится. Да, уже, извините меня, 60 очков отстаем. Ладно, у нас выбор-то невелик все-таки. Улучшить мы не можем, нового оружия у нас нету. Очки, давайте, наверное, мы с вами 10 очков поставим на заработок. Пока у нас ничего здесь нету, а мы их, кстати, и не делали в то время. Я люблю Мэг. У нее на футболочке написано. У зомбаря. А вот здесь 10 очков уже есть. Ну что же, давайте тогда с вами вот так вот сделаем. Я не знаю, скорость бега нужна, нет? В любом случае, пока у нас нет очков, мы ничего сделать не сможем. Но потом мы заработаем с вами, и я думаю, что полностью уже прокачаем этих зомбарей, которые будут у нас бегать на вражеские базы и атаковать их. Так, здесь мы с вами ничего не можем. Так, что это такое? Эти исследования позволяют вам лучше переносить воздействие радиации. Нет, спасибо, мне это не нужно. Что по винтовкам? Вы посмотрите, какие классные, славные ружбайки здесь лежат, а? Симоновы всякие. Ай-яй-яй-яй-яй. О, фиолетовая, эпичная. Ну, дали бы мне хотя бы в подарочек хоть одну бы винтовочку. М16А4, Глок, Мосберг. Вот это название. Ремингтон полицейский. Да, об этом нам только мечтать. Ну, или донатить. Так, тут что-то есть. Что? Сообщение. Сдержать вирус не удалось. А потом начать цикл уничтожения. Цикл уничтожения? Что еще за миссия невыполнима? Где-то на старой бруклинской верфи. Ага, вот оно что. Значит, мы сейчас с вами будем направляться на верфь. Ладно, здесь все. Давай сваливать из Бруклина. Как ска... Оу, черт, осторожнее, Рэй. Мы что, в ловушке типа, да? Так, пережить тревогу. 35 зомбарей уничтожить. Ладно, я надеюсь, мне... Мой братишка-то поможет там, который стоит сзади. Потому что один-то я навряд ли здесь потяну. Все, все, поперли, поперли со всех этих уголков, блин. Помогает, вот это хорошо. Тогда справимся. Я даже не переживаю по этому поводу. Блин, хотелось бы, конечно, вот ту штуку подобрать себе, которая только что выпала. Там может быть какой-нибудь деталь от оружия. А вы знаете... О, смотрите-ка, Ремингтон. Блин, мне нужна еще одна карточка. И тогда у нас будет дробовик. Замечательно. 12 зомбарей. 9 уже. Все подбираю, все. Ничего не будет здесь просто так валяться. Хватит. Прошли те времена, когда я просто пробегал мимо всего и ничего не подбирал. И, кстати, зря, да... Ну, что было, то было. Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. Ересь какую-то сказал. И не в тему причем. У нас тут бойня вовсю, я тут мечтаю о чем-то другом. Ну что же, миссия пройдена. Довольно все-таки легко. Да, получим с вами одну звезду. Соответственно, очень мало денег. Хотя я даже не знаю, для чего мне уже и деньги нужны. Улучшать я все равно ничего не могу. Нового мне опять же ничего не дают. В общем... Как говорится, бегаю со своими примитивными пуколками и еще что-то из себя здесь изображаю. Так, карточка у нас там про боеприпасы вроде бы, да. Бесконечные патроны, две штуки, отлично. И 114-я миссия. В принципе, ребят, нам остается совсем немножко. Не особо секретная лаборатория. Знаете, учитывая, насколько тупыми кажется большинство из мертвецов, я удивлен, что они так хорошо слышат. Сигнализацию, зазвеневшую, когда мы добрались до лаборатории, едва ли можно назвать приятным дополнением к нашей и без того просроченной удаче. Слава богу, в лаборатории усиленные двери. 15 тысяч долларов еще мы с вами получаем. Фух.
Меня деньжатами-то начали баловать, вроде бы как. Да, лишь бы только не сглазить. Ну что же, у нас еще здесь, ну, прилично проходить. Поэтому я думаю, что еще одну миссейку мы с вами, наверное, прогуляемся. Эх, оружие мое с каждой миссией все хуже и хуже становится. Пора спускаться в подземку. Мы могли бы просто перейти по мосту в Бруклин. Да, но нам нужен элемент неожиданности. И правда, помаршировать можем и потом, а сейчас все по-тихому. Берите лодки, встретимся в Бруклине. Ё-моё, теперь мы направляемся с вами в Бруклин. Хорошо, давайте посмотрим, как у нас это все выйдет. Без сна лучше? Ага, соберемся, готовы, вперед! Я так понимаю, я должен, наверное, здесь прикрывать, пока мои ребята тут чинят лодку, да. Хорошо. Хорошо, что хоть они помогают мне еще. Это уже плюс. Да, я чувствую, как моя винтовочка-то профукивает. Вы посмотрите, уже не все так легко и просто, как казалось для начала. Блин, там чертеж. Оп, глок. Ёлки-палки. Много, конечно, выпадает, но до сих пор я ничего не собрал. Подождите, что такое? Ага. Ёлки-палки, ничего себе у вас тут накопилось. Эй, архаровцы. Нафиг надо отбежать. Причем один только помогает, другой там чинит лодочку. Ладно, хорошо. Сойдет и так. Главное, чтобы... Блин, лезет, а? Черт, здоровья мало, нужно подкрепиться. Ой, так, оживляемся. Не успел, малька, среагировать. Зажали там, видимо, по полной программе. Ну что же, 16 секунд. Да, и хорошо, что у меня, кстати, воскрешалочки-то есть. По-моему, там у меня еще, наверное, штучки 3-4. Но раскидываться ими мы не будем. Они тоже на вес золота. Фагли. Так, превосходно, отлично. Лодочку починили, да? Наверное. И поплывем в Бруклин. Называется все по-тихому. Ну что же, я думаю, что на этой ноте, в принципе, можно и завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так, что у нас тут? Сколько голды дадут? 30? Ну, как обычно. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до скорых новых видосиков.